Доброе утро, Казахстан! Сегодня с вами в студии группа Нури. Я Айгерим. А я Диана. И сегодня мы с вами проделаем комплекс упражнений, которые будут основаны на мышце рук. Итак, вы можете заменить обычные гантели бутылками из-под воды любого веса, но для удобства вы можете взять, как мы это сегодня сделали, 0,5. Итак, вот наши бутылочки. Исходное положение. Ноги на ширине плеч, корпус ровный, живот втянут. Начинаем поднимать руки с весом. Итак, начнем с правой руки. Раз. Задержались на несколько секунд, опустили. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вы должны почувствовать, как разогреваются ваши мышцы. Восемь. И еще восемь раз. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. И последний раз. Четыре. Исходное положение. Ноги на ширине плеч. Коленки немного согнуты. Корпус направлен вперед. Итак, начинаем махи руками. Раз. Обратите внимание на положение наших рук. Кисти развернуты вниз. Опускаем. Два. Опускаем. Три. Отпускаем. Четыре. Вниз. Пять. С вами была группа Нури. Удачного дня и отличного настроения. До скорых встреч, друзья!